Еще в институте, когда мы изучали психиатрию, эта наука медицинская вызывала во мне интерес. Я посещала кружок студенческий по психиатрии. Ну и потом в интернатуре мне посчастливилось быть ученицей очень известного детского психиатра в то время Вологодской областной психиатрической больницы Трофимовой Валентины Георгиевны, благодаря которой я еще более уверенно стала в том, что выбрала нужную профессию, и из меня получится детский психиатр. Задача врача-психиатра – это провести диагностику детей, которые обращаются к нам за помощью, установить диагноз, назначить лечение, реабилитацию, ну и в итоге прийти к выздоровлению или улучшению состояния такого ребенка. Очень хорошо слышит пациента. Она очень понимает ту задачу, которую пациент перед ней ставит. Опять же, плюс у нее личные качества очень хорошие. То есть ей комфортно, нет какого-то определенного напряжения. То есть можно абсолютно спокойно рассказывать о своих проблемах.